о новом решении для мультиактивной торговли от ICAP, об отзыве лицензии мальтийских брокеров и о партнерстве FXCM и Liquidia в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Лондонский междилерский брокер ICAP, который работает на различных финансовых рынках в сфере снижения посттрейдингового риска и информационных услуг, сообщил, что его подразделение ICAP Global Broking запустило новый комплексный портал для покупателей под названием TrueQuote. С запуском портала начнет свою работу новое решение компании ICAP, которое носит название CrossTrade. Это решение станет первым в ряде запланированных на ближайшие месяцы новинок в сфере мультиактивной торговли. Портал TrueQuote, который был разработан совместно с Interactive Data, объединит в себе все эти новые решения. CrossTrade – это инструмент для повышения эффективности торгового процесса, который поможет клиентам-покупателям осуществлять перекрестные сделки по устанавливаемой самостоятельно средней цене. Портал очень важен для участников рынка, особенно в отношении выполнения регуляторных требований и разрешения соответствующих трудностей в безопасном и эффективном исполнении перекрестных сделок. Управление по финансовым услугам Мальты на своем веб-сайте опубликовало информацию об отзыве лицензии у компании FXCM Consulting and Advertisement Ltd., ранее известной как Sensus Capital Markets. Если в течение отведенного срока решение не будет обжаловано, она лишится лицензии. По имеющейся информации, вот уже полгода у компании нет ни собственного капитала, ни клиентов, которые в результате реструктуризации компании перешли к другому брокеру с лицензией Кипрской комиссии по ценным бумагам и бирже. Сообщением FSA также говорится о том, что компания, которую регулятор почему-то продолжает называть Sensus, нарушила ряд правил, в частности, ведет самостоятельную дилинговую деятельность, хотя это и выходит за рамки лицензии. Американский брокер FXCM и компания Liquidia National Corporation, владелец инвестиционного банка Jefferies, подписали меморандум о взаимопонимании с целью изменения условий сотрудничества, оговоренных годом ранее. Меморандум о взаимопонимании предполагает внесение некоторых изменений в текущее сотрудничество сторон. В рамках нового соглашения Liquidia продлевает кредитный договор с FXCM еще на год, до января 2018 года, с тем, чтобы брокер получил больше времени для оптимизации оставшегося объема активов. Как показал прошлый год, продажи активов помогают FXCM генерировать денежные потоки и могут поддержать брокера и в дальнейшем. Выручка от этих продаж будет использоваться для погашения задолженности и соответствующих процентов. Партнерство будет оставаться в силе до января 2018 года, после чего Liquidia и FXCM смогут инициировать процесс, который потенциально может привести к продаже FXCM Group. Стороны планируют завершить работу над всеми поправками к июню уже текущего года. И это были все новости из Форекс-индустрии на сегодня. Прибыльной вам торговли и до завтра!